Добрый день, приветствую вас на канале Бостонтехник, меня зовут Сергей. Хочу представить вашему вниманию такой замечательный дискатор, доделанный, вот, превращенный в прицепной. Называется он BDT-2.4. Он в идеальнейшем состоянии, грамотно сделан, специально разнесли его, чтобы в сырую погоду не забивались, ну, второй ряд не забивался с прикаточником. То есть вот так вот он выглядит. На самом деле очень легко и удобно им пользоваться. То есть человек подошел с умом к этому вопросу и сделал, что называется, для себя. Если вам интересен данный дискатор, обращайтесь. С радостью вам его покажем и про него все расскажем. То есть, так вот он все выглядит, все в отличном состоянии.